женщины Украины. Мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место. Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. Мы будем уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли, в каждом нашем городе, в каждом селе, в лесу и в поле. За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом, улицу, даже сарай. Мы будем вас отстреливать, как бешеных собак. Слава Украине! Смерть ворогам!